Доброе утро, дорогие. Этим роликом хочу всех вас поздравить с великим праздником Пасха. Пасха. Правда, в Армении Пасха была прошлой неделе. Это христианский праздник. Но, как вы знаете, в христианском вере есть несколько направлений. Да? Есть там православные, католики. То. Это, поэтому, не всегда совпадает, чтобы Пасха совпала и католиков, и армян, и у остальных православных в один день. Ну, такое иногда бывает. Но тут самое главное, понимаете, не Пасха, не праздник. Никогда не думал, что про эту тему как-то выскажу. Самое главное, понимаете, не праздник, а самое главное, как ты в жизни к этому празднику относишься. Ну, очень долгие годы, вы знаете, то, что в Советском Союзе были уничтожены все церкви, ну, там было проклятие, плохое. Да, были уничтожены все церкви, людей учили к другому, что Бога нету. Это был такой атеизм, все вот это, коммунизм, чтобы это высшая мера, высшая ступень, то другое, ну, всякие хрени, да. И люди как бы там десятилетиями, в общем, не верили в Бога, не ходили там в церкви, ни этот, ничего. Ну, а потом резко так переобулись в одна миги. Да мы ж как, мы самые верующие, мы самые такие, самые. Мы будем поститься. Даже помню, один из моих друзей, там у меня же 26 апреля день рождения. Потому что мне вот этот, я говорю, этот, ну, пригласил на день рождения, я не могу, я пост держу. Потому что он был вместе со своим сыном старшим. Я говорю, Боже, всю жизнь грешил, значит, порядки вещей, да, а сейчас стал правильным, пост держит. Поэтому, дорогие мои, во-первых, есть такая хорошая фраза, да, мы все ходим под одним Богом. И все религии мира говорят одно то же самое, да, там, назовите его Христом, назовите его Буддой, назовите его там Аллахом, да, все говорят, Бог един, и этот Бог сидит в каждом из нас. Не обязательно ходить в церковь, не обязательно поститься то, пятый, десятый, чтобы быть правильным верующим, да. Ведь правильный верующий, любой религии говорится об одном. Не кради, не убивай, не обманывай. То есть вот эти, да. Но почему-то мы можем убивать, грабить, обманывать, предавать, да. Но при этом мы же вот отмечаем праздник, да, значит, мы чистые, мы хорошие. Это неправильно, дорогие мои. Поэтому я от души желаю, что нас народ осознал. Хотя это очень трудная штука. Ну, хочу все-таки, что осознал. Да, правильно, иди. Осознал свои ошибки. Перед, в первую очередь, перед самим собой. В первую очередь. Потому что, понимаете, от всего сбежишь. Но от своей совести никуда не сбежишь. Никуда. Потому что ты можешь совершать такой подлость, об котором никто не будет знать. Но ты же сам знаешь об этом. Ты же сам прекрасно знаешь. Поэтому, дорогие мои, будьте чистыми. Будьте чистыми. Еще раз всех поздравляю, всех верующих с Пасхой. Ну, как принято сказать, Христос воскрес. Ну, опять же, эти слова, этот праздник теряет весь свой смысл, когда мы в душе гнилые, испорченные.
нехорошее, понимаете? Он теряет весь смысл, понимаете? Поэтому, дорогие мои, думаю, самое лучшее пожелание в этот прекрасный день от меня будет. Моя любимая фраза: миру мир, голубям небо, пусть у нас всегда в небе голуби летают, воробьи летают, ласточки летают, бабочки летают. Даже пусть и гражданские самолеты не летают, Христи, на машине проедем, на поезде проедем, хотя удобно, но ни в коем случае не военные самолеты, но ни в коем случае. Ой, Конопик, ну, чего остальные где? Это я руку, я даже не машу. А, ну ветер же их уносит. Уносит ветром. Еще раз, дорогие мои, миру мир, голубям небо. Поверьте, это святая, чистая птичка. Ничего плохого вам не принесет. Ничего. От него никто не умрет. От него никто не получит ранение. От него никто не пострадает от голубей. Пусть голуби летают. Пусть мир будет на земле. Пусть мир будет на земле. Это самое главное в нашей жизни. Бог дал нам жизнь, и никто не вправе у нас их отнимать. Неважно, какой мы вероисповедание, какую ориентацию, абсолютно неважно, понимаете, абсолютно. Вот как в природе, ой, какой ухо, вот как в природе живет и сапсан, и тетер, и голуби, и воробьи. Кто-то их ловит, кушает. Да, это баланс природы. Бог их таким создал. Но нас Он создал для другого, дорогие мои. Для того, чтобы мы творили, а не уничтожали. Что не уничтожали, а творили, создавали. Ведь Бог же Творец. А говорят, Он подобие себя нас сделал. Наподобие себя Он сделал. Вот вчера буквально в однокласснике смотрел ролик, Миша, по-моему, выкинул, когда женщина вышла на улицу с плакатиком. На плакатике нарисовано два голубя и написано «Миру мир». Подходит мусора, забирает его, ее, и вывозит. Блин, мы же советские поколения, твою мать! Ведь мы ж 1 мая как выходили на улицу. В этом году как мы будем выходить на улицу? Ведь это был основной лозунг. Миру мир! Миру мир! Миру мир! Миру мир! Во что мы превращаемся, дорогие люди? Идите. Вот хоть нас успокойте. Будет, конечно, коротким, я долго не буду снимать, потому что голуби что-то не вижу, и голуби что-то не вижу, там солнце, а вот они не спошли. Эти тоже поднимем, ладно, раз сами самостоятельно не хотят подниматься. Еще раз, дорогие мои, каждый из вас в себе отдаст отчет, что он делает,
и правильно ли он делает. Ну там уже, по-моему, уже и приподнимается. Одним словом, дорогие мои, Христос воскрес! С праздником вам всем! И миру мир голубям неба! Удачи всем!